Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Флайзен. И сегодня мы будем играть в сталкеры. И я просто офигел, когда увидел, сколько просмотров собралось на прошлом видео. Спасибо вам огромное за это. Ну что ж, давайте сейчас проберемся через железнодорожную насыпь. Тут можно шманнуть вот эти. А можно немножко по-другому пойти, но давайте мы так. Не отвали отсюда по-хорошему. Так, ну чё, это забираем из него калаш. Так, и бежим куда-нибудь, не знаю, сюда. Быстро заберем калаш, похилимся на них. Так, ну кстати, у меня новый микрофон. Там три противника, это видно, да? Давайте сейчас лучше пестиш возьмем. Пестиш у нас. Вот. То есть есть немного меньше, чем у этого, но скорострельность тоже меньше. Скорострельность тоже меньше. То есть ты все вместе заводить. Сейчас мы птичку возьмем. Ой, блин. Посмотрите, он из калаш сломан. Серьезно? Ой, блин. Так, давай. Калаш не могу взять. Ладно, все, побежали отсюда. Мы еще вернемся. Пельчины, кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда, лесом кричит. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Так, все, короче, давайте сейчас вернемся. Но только уже без калаша, он с одним калашом. Тихо. Нет, лучше все, побежали. Срочно. Патроны только золотаем, и все. Ух ты ж, ё-моё, какие они сильные оказались-то. Ух. Так, ладно, короче. Давайте сейчас сейф сделаем. Сейф 3. Так. И давайте сейчас спасем его. Сталкер, аптечку дай. На, держи. Так. Ты куда побежал? Мужик, ты сдурел? Потом поговори. А кого ты хочешь обстрелять, ты не понимаю. Ло, ты куда зашел? Ты че? Не время трепаться. Вообще. Ты кого завалить ты хочешь, я так и не понял. Никого же не... А, ты этих, что ли, дурачков хочешь завалить? Ой. Так, это бояк. Ну ладно, давайте уж с калашом его завалим. Так как у нас такое имеется. Оружие заклинило, офигенно.
Один патрон выстрелил. Так, ладно. План Б. А, он мертв уже, все. Так. Все, короче. Давайте я пистолетом завалю. На. На. Все, изи завалил. Фух. Это было довольно плотно. Так, тут у него пистолет. Этот. А, стоп, где его оружка? Вообще, ты же оружки не оставил. Ну-ка, а кабаны что нам предложат? Ну, давайте вот этого рядового облутаем. Так, и это тут. По идее, автомат должен быть. Еще кабан. Это псевдо-свинья. Так. Ну ладно. Возвращаемся к нашему напарнику. Давай. Беги. Так. Давай, давай, быстрее. Так, вот, здорово. Спасибо. Так, теперь я тебя внимательно слушаю. Ты кто-то сказал, что у тебя есть информация о стрелке. С чего это им все последнее заинтересовалось? Ну, сказать, что я его лично знал, так совру. Не было такого. Опыт общения, правда, кое-какой есть. Как-то... Его группа моих ребят обстреляла. Никто не пострадал. Они явно других ждали. Так что дальше разошлись мины. Поматерили друг друга через... Это чё? Чё вы меня-то нападаете? О! Собаки! Чё? Чё это за собаки? Как они называются? Никак. Просто... Хвост собаки! У них, оказывается, есть хвосты. Помню, надо притащить хвост псевдо-собаки. Так. Псевдо-собаки тут не имеется. Как я понял. Так. Слышь, приятель, ты меня дважды уже выручил. Я в таких вещах не забываю. Возьми вот уж, чем богат. 1500. Ну, блин, я, по-моему, конечно, возвратил 1000, потому что, ну, конечно, если у него это последние деньги, то, ну, зачем ему столько отдавать? Спасибо. Так, до встречи. Ну, все, погнали, короче. На серого стрелке. Так. Кстати, вот он, наш грузовик смерти, с которого мы упали. У него... дофига радиации и этой, и как она называется, аномалии, вот. Так, тут, короче, наша. Не тот. Оружие, да, поговори уже. Только сперва пушку спрячь. Ты ствол-то убери. Сейчас. Убирай оружие. Доброго дня. Что можешь интересно сказать? Ничего, выжить пытаюсь, и все делаю. Так это вор. Так, ну до встречи. А вы кто такие, новички? Да. Слушай, сюда, мне есть тоннель неуходения. Говорю сразу, а то не каждому ума хватает в самую жопу лезть. Тебе оттуда даже не вынесут потом. Кусочками на стенах останешься. Это уже зона, понял? До встречи. Так, еще что-нибудь есть. О, здоров, до встречи. Так, ну они, короче, толком ничего интересного нам не рассказали. Тут труп лежит. Давайте подберем. Ну и сейчас будет происходить бойня. Вот. Так, ну, короче, надо... Аккуратно. Это сейчас калаш, давай перезаряжайся. Ну их, в принципе, довольно easy убить. Опа,
хочу я калаш выпьем. Давай попираем. О, водочка. Прикольненько. Так, мы еще подобрали оружие гадюка 5. Так, ну, на самом деле такое себе оружие. На скорострельность хорошая. Так. Зато есть много. Оружие убрал. Есть дофига просто бандюков, которые этим оружием пользуются. Так. Одно из самых лучших оружий класса пистолета пулемета. Так, своим габаритом мать. Так, ну, ладно. Короче, входим в другую зону, локацию. Давай, давай, давай. Входи. И выходи. Так, мы можем, кстати, назад возвратиться, но, кстати, вон ожидает. Ну ладно. Тут, короче, стоят бандики. Фух, мы как-то их успели завалить даже. Привет. Спасибо, друг. Я твой должник. Как я его завалил, я вообще не знаю. Да. Внимание всем! Говорит бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Так, ну я сейчас вам помогу. Только мне нужно немножко расчистить инвентарь, потому что видите, сколько у меня пистолетов. Выбросить. Не выбрасывайся. Так. Выбросить. Так, ну и один пистолет так оставим. Привет. Спасибо, друг, ты мне очень помог. Я это не забуду. Что здесь происходит? Так. Мы пытаемся очистить свалку от бандитов. Сейчас мои друзья неподалеку идут ряд бандитов. Чтобы остановить их, если бандиты станут контролировать эту свалку, то они, так, ни для кого не будет прохода вглубь зоны. Поговори с нашим командиром, он тут рядом на кладбище машин со своими бойцами стоит. Я сейчас к нему иду, можем пойти вместе? Идем. Погнали. Погнали, давай. Теперь у нас еще один друг. Кстати, смотрите, куда тот ушел. Он сейчас на свалку пойдет. О, ему не поздоровится там. Ох ты ж, ё-моё. Так. Да, он, походу, прямиком на свалку идет. А, нет. Так, ну давайте. Прибежим к нашему сейчас этому бесу. Привет, сталкер. Ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитская троди пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. 3 уродов мы положили. Остальные братки отступили, но явно вот-вот вернутся с подкреплением. Нас мало, и лишь ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроили засаду. Что тут какая-то оговорка? Мы им тут устроили им засаду. Они пойдут со стороны агропром с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Хорошо, я помогу. Новое задание. Отбить рейд бандитов. Бес. Отлично. Задание выполнено. Ответь на призыв к помощи. Так, до встречи. Все. Так, тут у него антирадиационные штучки. Идут! Они идут! Вот, кстати, у меня в прошлом прохождении не было вот этого, у него ничего того, только бинт лежал. Отлично, мужики, выдвигаемся на позиции. Так, ну-ка, может, еще в ящике что-нибудь? Да нифига себе, еще и в ящике бинт лежит. Ну, молодцы. Так, тут еще одного. О! Этот. Гранатка. Гранатка очень полезна для этой миссии.
Так, вон они наступают. Всем занять позиции. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Все, они, короче, отвлеклись. Так, давай. Все, изи, короче, первого завалили. Двухстволку берем, быстро улетаемся. Потому что времени у нас на всякие косяки нет. Так, куда вернуться за награды? Мы еще не завалили. Ого. Чего они говорят? Хорошо. Хорошо, точность этого пистолета. Ну, точнее, пистолета-пулемета. Так, тихо, переключаем пулемет. Наш пистолет. Так. Погнали быстрее. На. Похлебал. Так. Сейчас у него тут довольно полезные патроны для нас есть. Патроны, кстати, все собирайте. Они очень нужны нам, пригодятся. На! На, похлебало! Молодцы, мужики! Мы их одолели! Убила мужика! Всем отдыхать! А ты, сталкер, так. Подойди сюда, поболтаем! У него есть еще гадюка, но она нам не нужна. Так. О, калаш! Еще скажи спасибо, что пули не жалею. Твою мать! Так. 2000. Спасибо. Так, расскажи себе, что это за место. Спасибо. Так, ну-ка. Оружие убрал. Расскажи себе, спасибо. Держи аптечку. Так, до встречи. Оружие убрал. Так, и на оружие тебе... убрал. На тебе, кстати, оружка. А, у тебя оружие есть. Так. Оружие убрал. Давайте быстренько сейчас рассортируем инвентарь. Ты ствол-то убери. Так, вот это выбери. Оружие опусти, мужик. Да я же вам только что помог. Не балуй, о. Оружие спрячь. Выбрасываем. Так. Ну все, погнали. Там больше ничего не нужно. Так. Кстати, все-таки тот парень вошел в аномалию. Отметил. Давайте сейчас залутаем его и пойдем туда, куда нам надо. Так, тут, кстати, еще есть бомбики, так что я советую вам их завалить, чтобы они не мешали. Так. Все, почти минус один. У него очень мало хп, сейчас подойдем к нему. Побежу. Так, листья. Все, изи. Он, кстати, сам себя стрельнул. Все, изи, минус еще один. И осталось последнего завалить. А, последних двух еще. На. Ухо. Тихо. Тихо, тихо. Изи. Так, ну сейчас посмотрим, у кого тут есть запасы всякие. Так. Ты чё? Неужели я его, нифига его завалил через место? Сейчас залутаем их трупы, потому что тут рецепты очень полезные. Я уже 100 раз повторился, но они очень полезные. Кстати, тут есть вот такие вот штучки. Вот. Их обязательно рушим ножиком. И получаем дофига патронов просто.
Так, затем мы идем по указанной стрелочке. И у нас нам нужно купить аналитик. Все. Хотя время в игре 15:29. Так, все. Да есть кто-нибудь рядом? Нам тут чердак приходит. Да, сейчас. Иду. Так, все у нас. Стамина кончилась. Стамина, кстати, это вот, видите, в левом нижнем углу, там есть вот такая вот штучка. Вот. Вот мы там двигаемся, и у нас вот внизу еще вот эта вот полосочка. И это стамина как раз. Так. То есть, короче, перезаряжаемся. Помоги отбиться от уродов! Заряжен. Помогите! Держи аптечку, я все аптечки уже стою. Ну, у меня 11 штук. Включим фонарик. Ух ты, ух ты! Скорее, скорее! Блин. Приложил его! Все, есть. Да, это оружка, я вам советую его. На стеклоша даже брать, потому что оно очень крутое и, как видите, много патронов. А калаш я вам советую брать на самых ранних этапах, ой, самых поздних, наоборот, этапах, потому что калаш там будет просто необходим, потому что на эту оружку там патронов уже не будет. Так. Кстати, нашего друга завалили. Дай ему прикурить, я обойду. Эх. Так, сейчас, короче, пойдем на того последнего этого бандюка. Где-то тут должен быть. Сейчас. Тут рядом. Давайте проверим. Ой. А, вот он тут засел. Как хорошо, что я сюда пошел. Такие, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Так, сейчас я подойду, подойди-ка. И, кстати, я вам советую инвентарь чистить, чтобы было никак у меня. Я слишком истощен, я не могу бегать. Выбросим это. Также выходим к стене. Так, ну ладно, выбросим одно это. Выбросим также, кстати, вот это вот. Так. И еще выбросим патрон без него. Ну-ка, это что такое? Патрон надеюсь. Ну, наверное, для пистолета. Так, где ты? Вот он ты? Нет, там стоит. Вот он. Спасибо, что помог. Было жарко. Ты вообще откуда нарисовался? Я ищу информацию о стрелке. У Лисы узнала тебя. Вот и пришел. Хорошо. Учитывая твою почти безвозмездную помощь, слушай. Меня может быть один из ребят, бывший дикер. Кротом кличет. Так, он раскопал нычку стрелка. Не знаю, нашел он там чего-либо или нет. Вот тебе координаты и место встречи с ним. И скажи ему, что ты от меня. Так, как меня теперь стерегут? А так, как меня теперь стерегут, то я пока уйду в подполье. Вот, кстати, денежка, благодарен за помощь. Так, новое задание. Получить информацию о стрелке. Получены деньги 2500. Задание выполнено в связи с системой. Спасибо за информацию. До встречи. Оружие убрал. Теперь нам нужно... Опа. Ствол на плечо уже. Теперь нам нужно пройти... Ствол-то убери. Вот туда. И там... Уже, короче... Вот здесь пройти. Вот, и тут сейчас будут бандики.
первую войну. Видите? Сейчас, нам нужно обойти, короче. Сейчас быстро залутаемся. Ух ты. Мощный человек. Ух ты, ух ты, тихо, тихо. Сейчас сейв сделаем. Хорошо. 55. Не, точно не хочу. Так, все, мы его, короче, вынули. Тут где-то... Тут, а... Вот он. Еще одного. Так, ну, ладно, короче, продолжение будет в следующем видео. Всем удачи и всем пока, мои дорогие друзья.